Интеграция состоит из нескольких этапов. Первый этап – это осуществление доступа к артериям. Этот этап выполняет сосудистый хирург Кадзигасов Сослан Олегович. Второй этап операции – это основной этап, имплантация стент-графта. Он имеет тело и две ножки, поэтому похож на штанишки, его часто так и называют. И заключительный этап операции – это ушивание артерий доступа. Ее можно назвать достаточно уникальной. Ее делают в небольшом количестве клиник в России. Почему она уникальная? Потому что она позволяет выполнить большое хирургическое вмешательство, большую операцию всего лишь за 2 дня госпитализации. Пациент вчера был госпитализирован, сегодня ему выполнена операция, и завтра он будет выписан домой без какого-либо периода восстановления. То есть сразу он возвращается в обычную жизнь. Аневризма аорты – достаточно серьезный диагноз, и при достижении определенного размера возникает очень высокий риск разрыва этой аневризмы. Пример приведу. Автомобиль, если грыжа на колесе, ездить можно, и аневризма также она может не болеть, никак себя не проявлять, но в один прекрасный момент она лопается, и машина улетает в кювет. Так и с человеком. Если аневризма лопается, разрывается, возникает массивное внутреннее кровотечение, и практически половина больных в этот момент не доезжают даже до больниц. Поэтому при достижении определенного размера аневризмы возникает потребность в хирургическом лечении. Больше 15 лет назад был разработан метод эндоваскулярного лечения такой патологии. И сейчас эта операция проходит через 2 небольших разреза в паховых областях. Операция занимает примерно 2 часа. И так как мы не имеем большой операционной травмы, не имеем большого разреза, то за этим следует, что пациент на следующий день возвращается в обычную свою жизнь.